Четыре морпеха погибли под Мариуполем. В Широкине двое военнослужащих расстреляли своих сослуживцев. Что стало причиной этой трагедии и сколько так называемых небоевых потерь понесла украинская армия за все время боевых действий? Трагедия произошла под Широкино. Двое морских пехотинцев расстреляли своих четверых сослуживцев. После совершения преступления убийцы постарались скрыть следы. Предварительной причиной трагедии в военной прокуратуре называют неуставные отношения. Впрочем, пока без какой-либо конкретики. Было обследовано місце події, виявили також те, що ті, хто вбили наших воїнів, намагалися приховати свій злочин. Спалити речі, які їм належали, також були знайдені вибухові пристрої, які також зараз проходять відповідну експертизу. І ми також звертаємось до засобів масової інформації не висувати власні версії цієї надзвичайної події, оскільки тут є дуже глибокий моральний, етичний аспект, у всіх є батьки, і тому всі очікують офіційних результатів дослідів. Виновники уже задержаны и дали признательные показания. По данному делу назначено 8 различных экспертиз. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Впрочем, в прокуратуре подчеркнули, в случае установления новых обстоятельств квалификация может быть изменена. Также, по данным военной прокуратуры, с начала проведения АТО уже свыше 10 тысяч военнослужащих погибли вследствие небоевых и так называемых санитарных потерь. Среди основных причин гибели – неуставные отношения, неосторожное обращение с оружием и взрывчаткой, нарушение техники безопасности и нарушение режима.